Итак, ребята, всех приветствую. Ну что ж, мы добрались до следующего города и, в принципе, пробились в него с боем, можно даже сказать. Давайте постепенно изучать, что здесь происходит. К Мингиру мы пойдем вообще в последнюю очередь. Мы сначала со всеми покумекуем. Давайте на рынок залетим. Мы вообще первый раз видим рынок за всю игру. Поэтому надо чекнуть, что здесь. Блеск стриксов на лотке у торговца заставляет вас задуматься. Не стоит ли рассказать Вегану об их свойствах? В конце концов, когда-то вам приходилось спасать друг друга от смерти. Ну, давайте расскажем ему, почему бы и нет. Вы рассказываете Вегану все, что знаете о стриксах и о жатве. Кажется, вам удается растолковать старому другу, в чем польза необычных камней. Веген долго думает, а затем говорит: «Спасибо тебе, дружище, но советом не воспользуюсь. Денег у меня столько нет, чтобы скупать эти камни. И где мне их потом искать, если я не смогу из-за строго уйти? Да и тебе они, думаю, нужнее». Угу. Так. Каменная кожа. А где стриксы эти? Ловец снов плюс 2 к энергии. Железное кольцо плюс 4 к здоровью, плюс 1 к атаке. Фигурка Мингира. Некогда подобные фигурки пользовались большой популярностью в качестве сувениров. По слухам, они вырезаны из осколков настоящего Мингира, но проверить это нет возможности. 18 стриксов содержит. 32 стрикса, неплохо. Но 2000 это, конечно, безумно дорого. Ладно, что уж делать-то. Так, жертва. Ага. Увеличивает атаку на 5 всем союзникам и уменьшает здоровье на 60. Херня. Увеличивает защиту на 20. Плюс 1 к атаке. 2500, но у меня тогда денег совсем не останется. Кольцо хорошее, конечно. А продать-то нельзя, да? Ну ладно. В принципе, меня только стриксы интересовали. На выходе с рынка вы замечаете возле одного из прилавков Ходу, который с задумчивым видом держит в руках резной деревянный гребень. Вы подходите к нему и спрашиваете: «Не великоват ли гребешок для твоих вихров?» Хода бросает гребень на прилавок и недовольно фыркает. «Это не для меня. Давно не был в Урсусе, а там женщина одна. Подарок нужно купить. Вот и не могу выбрать». Вы хмуритесь. «Подожди, какая у принца может быть женщина?» Хода смотрит на вас недоумением. «Няня моя, Танта, растила меня, считай, что и воспитала, хотя лишнего слова ни разу не произносила. Посоветуй, что ей купить. Она хоть и не из вельмож, но у нее есть все». Вы пожимаете плечами. «Тут не важно, что ты купишь. Гребень, платок, брошку какую. Если ты ей дорог, все в радость будет. Что на сердце ляжет, то и бери». Ишь ты, неплохо. Так, ну и все, просто значит на рынок заходим. Ничего больше здесь нам не надо. Так, Флиц с разрешения Вегана осматривает тела энсов. У чистокола лежат мертвые энсы. Заметив, что один из сраженных лишился маски, вы останавливаетесь, разглядывая его бледные и не по-мужски изящные черты. Без сомнения, перед вами чужеземец. Странные мечи лежат то тут же и напоминают груду битого стекла. Стального битого стекла. Феджо тел бро... А, господи, между тел бродит Флит, время от времени наклоняется и берет в руку удивительное оружие и рассматривает его. Вы подходите к парню. «Я смотрю, любопытство сильнее страха. Что высматриваешь? Сверяешь книжное с кровавым? Книжное с кровавым? Что ты знаешь о Мингирах? Отчего эти энсы так к Мингирам рвутся? Поганых ведь не так уж много. Если королевство Бирканы хотя бы по одной дружине у каждого камня выставит, энсы нипочем их не одолеют. Есть в книгах объяснение этому?» «Не знаю, Торн, или не все книги прочитал, и не все известно
и книжникам. Но точно замечено, что энцы в жатву часто возле священных камней появляются, вроде как из ниоткуда. Так что стены мало помогают, да и дружинам не сладко пришлось бы. Так, что ты думаешь о жатве? Не знаю я уже, что думать. Я ведь раньше все это, если не сказками, то уж точно старинными преданиями числил. А оно вот как оказалось. Ну, ты в памяти-то все же покопайся, может, что вспомнишь. Нам теперь каждая крупица помочь сможет. Так я потому здесь и брожу, развернул бы свитки, только все они в воде остались. Но если что вспомню, бегом к тебе побегу, капитан. Так, а энцев ты зачем рассматриваешь? Так чужеземцы же, да и мечи их. В хрониках есть свидетельство, что иногда ланши подчиняются кимрам. Кое-где даже высказывается мнение, что кимры энцы есть, или их потомки. Ланшами летописцы все эти летающие мечи прозывают. Вроде как силой воли ими управлять можно, только не каждого ланш слушается. А кимры — это кочевой народ, что живет на той стороне молочных гор. Про кимров я слышал, баек про них немало ходит. Раньше я бы точно все это выдумкой счел, а теперь даже не знаю. Так, ну и давайте с Вегиным, с Вегином пообщаемся. Сколько же мы с тобой не виделись, Вегин? Лет 10, наверное. Я уж думал, ты давно в капитаны выбился, а ты вот где застрял. Неужели не нашел для себя лучшего применения? Так вышло, Торн. Я же после того похода на полицев под руку твоего Шурина Брана Витчи попал. Так что хорошо, что хоть сюда вырвался. Не взлюбил он меня. Может, из-за тебя, может, за мой длинный язык. Так что какой уж там капитан? Вот ведь жаба какая. Что ж ты меня не нашел? Уж сходил бы я по такому случаю к тестю, поклонился бы. Хотя не будь тут тебя, может, для здешнего дозора все бы куда хуже обернулось. Откуда у тебя тут энсы? Кто же их разберет? Первые прямо у Мингира как из-под земли выбрались, а прочие уже и снаружи полезли. Кучу народа уже положили, и своих ребят, и селян. Погонь это вроде и без доспехов, а просто так не убьешь, что медузу веслом колотить. Наверное, нам повезло, меньшими потерями отделались. Вот только у гремячей они под сотню мирных селян порубили. Кое-кого живьем на части разделывали. Как же эту погонь земля носит? Ну, ничего. И не таких оприходовали. С твоей помощью отобьемся. Ачила нас предупредит, если что. Что про Брана расскажешь? И задало его выперли, так он теперь в Яране. Говорят, что к старому королю в доверие втерся. Так что творит, что хочет. Сейчас в Урсусе находится. Хорошо, хоть с местным мастером стражи не совладал. Все-таки Шеку король доверяет больше. А иранские вельможи куда смотрят? Они что, дерьмо от меда уже на вкус не отличают? Так они сами того же пошиба. Те, кому честь знакома, все стригом, наследным принцем. А вокруг короля вот такая пакость. Вельможи помельче, конечно, ропщут, но у Брана наемников чуть ли не рота. Так что на рожон никто не лезет. Выходит, в Урсусе нам рожами особо торговать не стоит. Я ведь и в Ульбиус перебрался из-за Брана. Его отец в сердцах объявил, что все отпишет моим родителям. Так что если раньше Бран меня недолюбливал, теперь он наверняка хочет моей смерти. Тут никто с ума из-за мора не сходит. У каждого второго отметина на шее, но разума никто не лишался вроде. Лекарка Чила мазь лечебную приволокла. Заразу не останавливает, но хоть боль снимает. Снадобья этого маловато, но правда пока есть. Пока есть, мать твою. Да за подмогой-то ты хоть послал, у тебя стражи всего ничего осталось. А ты думаешь, я тут якорные цепи мотаю? Послал, конечно, двух гонцов уже отправил. Только нет пока ответа из Урсуса. Как бы там своей беды не случилось, а то они про мой медвежий угол и вовсе не вспомнят.
Ладно, займусь пока своими делами. Вот и поговорили. Что раньше толком не могли присесть, что теперь? Ты хоть о семье расскажи. Я-то как был Боболем, так и остался. У тебя ведь жена, дети. Как они? Вот моя дочь сражалась рядом, выучил мечом махать. Сын в столице служит. А Лики? Лики погибла в Альбиосе. Боги милосердные, сочувствуют Торн. А я-то думаю, что ты так не в себе? Прости, дружище, не буду тебя больше расспросами донимать. Так, в казарме можно собрать отряд и выдать своим людям указания. Ну да, типа прокачать их, проще говоря. Так, агрессия. Что у нас тут? Плюс 3 к энергии, плюс 1 к ходьбе. Вот эту штучку возьмем. Плюс 3 к защите, 30% атаки. Так, ты. Дистанция атаки, здоровье. Угу. Ну, я бы ему здоровье, наверное, если честно, взял. Потому что он явно так не особо живучий. Хотя, с одной стороны, его может спасти дистанция атаки. Так, ну, кажись, все. О, мораль 40%. Неплохо, я что-то как-то думал, что там поменьше, но почему бы и нет. Рамлин выбрал место, откуда открывается вид на весь Мингир, и разглядывает арку. Я смотрю, ты от арки взгляда не отводишь. Что, не доводилось раньше двойной Мингир видеть? Видеть не доводилось, я сюда не добирался никогда, а вот слышать слышал. Бабушка мне в детстве сказку рассказывала, как воин прошел меж двух Мингиров и омолодился. Не слыхал такое? Наверное, это вандилская сказка, я такую не знаю. Ты думаешь, что она про этот Мингир? В таком случае тот вандил далеко от родины забрался. Как и моя бабушка. Она мне много чего рассказывала о родных землях. Говорила, что если бы в деда не влюбилась, никогда бы не уехала так далеко. Сердцу не прикажешь, это правда. А насчет твоей сказки я подумаю. Сейчас такое время, что уже и не знаешь, что сказка, а что быль. Так, палатка. Эта прорицательница может оказаться полезна, стоит поговорить с ней. Здравствуй, Чила, меня зовут Торн Бреннин. Я здесь ненадолго, но уже наслышан о тебе. Вот, думаю, не боги ли тебя послали мне в помощь, или дело случая? Случайности не бывает, Торна. Я и вольная птица. И я вольная птица, никто не может меня послать. Но ты же не просто так поболтать подошел. Наверное, наговорили тебе обо мне разного. Чего ты хочешь? Тебе виднее, чего я хочу. Ведь не каждый день встретишь прорицательницу. Да еще такую, чьи предсказания сбываются. Так, ага, вот тут перышко появляется. Может, ты знаешь, как жатву остановить? Не думай о жатве, Торн. Пришло время каждому с собственной бедой справляться, особенно твоему спутнику. Тому, что тому, что постарше. Вымотал он себя и ослаб. Это ты про Кригера, что ли? Что с ним, заболел или тоска заела? Я чем-то могу ему помочь? Нет у тебя ничего, что могло бы его спасти. Только он сам может победить то, что пожирает его изнутри. Ты же можешь лишь убить его, чтобы он не убил никого из тех, кого должен защищать. Убить? Ты ополоумила, что ли? Уж не знаю, что ты там видишь в будущем, но я не верю, что Кригер может предать. И давай к этому не возвращаться. Интересно. Так, а может подскажешь, куда путь держать? Чего тебе с моих подсказок? Кроме как в Урсус отсюда идти особо некуда, там и ищи удачи. Только вот найдешь ли?
Если все менгиры теперь ядом напитаны, то нас и тамошний не излечит. Или мне не камень искать надо. Что еще есть в городе? Не что, а кто. Ищи целительницу Унду. Возможно, она единственная, кто сможет помочь вам. Хорошо, загляну к ней, если только она опять из города не пропала. А ты свою мазь продаешь? Не моя она, храмовников. 700 лет варят и только теперь в дело пустили. Всем шеи мажут до конца, до кого дотянутся. Вот я сюда из Урсуса и прихватила немного. Да все, Вегино выдала. А тебе она зачем? Она только боль унимает. На Стрикс ведь... Не Стрикс ведь не защитит. Стриксы истаивают. Что же нам и метаться по всему терминуму до конца жатвы в их поиске? Недолго тебе метаться предстоит. Рано или поздно придешь туда, куда тебе судьбой предначертано. Если, конечно, по пути не сгинешь. Я своей судьбы сам хозяин. Как и куда я дойду, это только мне решать. Понятно. Ладно, давай пока. Прости меня, Чила, а я нигде не могла тебя видеть. Точно знаю, что мы с тобой не встречались, но в глазах у тебя что-то знакомое. Я много где была, может, и сталкивались мы с тобой. Всего в моем возрасте уже не упомнишь. Чтобы в следующий раз не забыла, надень этот браслет. Это не Стриксы, но и не галька речная. Пригодится, только не снимай. И вот еще что, если с Ундой в Урсусе встретишься, передай ей от меня, что источник нужно сохранить. Только не забудь слово... Только не забудьте слово в слово повтори. Источник нужно сохранить. Хорошо, я передам. И спасибо, наверное, я пойду. Мне нужно отца догонять, пока он беспокоиться не начал. С ней снова можно поговорить? Ну, давайте попробуем. Вернулся? Видать, вопросы у тебя остались. Так, ну к Кригеру пойдем теперь. Ты чего тут один сидишь, дружище? Не можется или не пьется? Да, на тебе лица нет. Какая-то из старых ран заныла. Есть раны, что изнутри случаются, Торн. Холод у меня в груди, так что я тебе сказать кое-что должен. Я ведь струсил там, в Альбиусе, бросил свою стражу и свою роту. Надо было упираться там, где беда настигла, а я испугался. Побежал прочь, едва жнец исчез. Бежал, пока на Фиска не наткнулся. Вот тогда стыдно стало. Только страх никуда не делся, понимаешь? Точит меня изнутри, как червь. Я думаю, что тебе надо отдохнуть и повыкидывать всякую дрянь из головы. На кого я, кроме тебя, положиться могу? Ну вот, то-то. Так что стисни зубы, соберись и верни мне моего прежнего старину Кригера, хорошо? Хорошо, Торн, я постараюсь. Эй. Так, ну тогда к менгиру идем. Два менгира образуют огромную арку. Ну, пройти под аркой. Не касаясь менгиров, вы проходите между ними. Вы чувствуете, как божественная сила исцеляет ваши раны, упорядочивает ваши мысли и одаривает вас спокойствием. Видя, что вы невредимы, остальные следуют вашему примеру. И сколько раз я так могу пройти, интересно. Че, уровень команды уменьшен на один? Вы снова проходите между священными камнями, и ничего не происходит. Похоже, силы менгира истощились. Дотронуться. После того, что вы узнали от Вегина, у вас нет ни малейшего желания дотрагиваться до камня. Так, а что там у меня эти... Угу. Так. Ну да, у меня все излечились, это хорошо. Ну все, нам точно больше здесь нечего делать, можно покидать локацию. Да, да. Можно дождаться нападения энсов прямо у ворот. Меньше придется бегать. Энсов пока не видно, а дозорный на башне обязательно подаст сигнал, если заметит поганых. Вы размышляете, стоит ли ждать нападения на воротах или сначала завершить дела в Остроге. Ну, по-моему, мне здесь действительно больше нечего делать.
Вам кажется, что вы даже немного задремали, пока дожидались врага. Из сна вырывает звук сигнального рожка. Что же, надо обеспечить поганым достойный прием. Перед боем вы замечаете, как Кригер слегка спотыкается и хватается за горло. Когда он поднимает голову, вы видите в его глазах безумие. Вот это поворот, однако. Нежданно-негаданно. Так, давайте первоуровневых напихаем сюда, чтобы они тоже прокачивались. Так, ну и, собственно, в бой. Да, весело. Отбрасывает на две клетки, да? Хотя тут хороший вопрос, как его спасти можно. Ну типа, у меня есть предположение, что если вот этих убить, то мы его спасем. Но опять же, это исключительно предположение. Я могу сейчас его даже быстренько прогуглить ради интереса. Просто чтобы понять, есть ли такая возможность. Так что минутку. Да, к сожалению, в нашем случае его уже никак не спасти, и эта линейка событий, она тянется чуть ли не с самого начала игры, и, ну, то есть еще из Альбиуса. Там нужно было определенную вещь приобрести, а мы это, к сожалению, не сделали, поэтому... В общем, обосрались мы, и ничего тут не поделаешь. Придется его убивать. Увеличивает атаку союзника на 2. Поглощение сил. Наносит 3 единицы урона. Для этого тебе подойти надо, да? Но этот вряд ли до нас дойдет. А он и не спешит особо. Экономит. Этот тоже не пойдет, наверное, далеко. Ах, ты ж зараза. Ну хорошо. Так, сейчас у нас за всех ходы обновятся. Yes!
Че, он не стал ходить или что он сделал? Я не понял. Обидно. Обидно, конечно. Потеряли чувака. Так, он его нахилил, набафал. Надо было лучше его полечить, ну ладно. Так, далековато, далековато, конечно. На следующий ход, когда его зарядим. Ну, щиты хоть не зря использовали, уже неплохо. Ну, я ему выносливость тогда снесу, все лучше. Так, идем дальше. А чё мы его не оттолкнули, я не понял. Ну ладно. Так, этого мы убьем, этого раним. Давайте лучше убьем, чтобы наверняка. Лучника не трогай, зараза, ладно. Так, надо будет пикинера нашего сейчас полечить. И этого сейчас мы добьем. Окей, что дальше? Почему я не могу по здоровью? А, вот, все, могу. Почему? Не сразу сработало. Ну, нормально. Так, вставай сюда и в защиту. А, ход не завершил за него. Лично забываю.
Хе-хе-хе. Не зря в защиту встал. Так, увеличу атаку лучника. Я сейчас лучником пойду. Так, от тебя надо избавляться, то ты там нахиливаешь что-то лишнего. Давай, истощающий выстрел пошел. Отлично. Так, и ты, наверное, его добьешь. Хотя нет, подожди, лечение сначала. Сначала лечение. Немножко попикинерим. Эй-эй-эй! Ай! Ах ты говнюк. Я сейчас проткну. Ты первый пошел, готов. Ах ты, сучонок. Плохо, чисто сыграли. Эх, ну что ж с нашим дружком-то. Вы стоите, остывая от горячей схватки, с ужасом смотрите на тело вашего приятеля и соратника, который обратился в чудовище и покусился на собственных друзей. Он все еще похоже... Оно все еще похоже на залитого кровью Кригера, но уже явно не он. Ваши спутники потрясены, и некоторые ощупывают собственные зубы. Вы с трудом подбираете слова. Иногда воин может погибнуть не только от чужого клинка, но и от чужой магии. Думаю, в этом нет вины Кригера. И все-таки говорите мне, если что-то почувствует... Если кто-то почувствует себя странно. Подходит Веген. Его бы прикопать где-нибудь надо, чтобы своим видом никого не пугал. Прикажу багры принести. Вряд ли кто-то еще решится до него руками дотрагиваться. Пойдем, Торн, здесь уже ничего не сделаешь. Вы наклоняетесь и срываете с груди Кригера горящий кулон. Сохрани это, Гледа, может быть, удастся передать его родным. Гледа заворачивает кулон Кригера в тряпицу и прячет. Боюсь, если так дальше пойдет, то от кулона Кригера и от твоего ничего не останется. Вы поворачиваетесь к павшему товарищу. Прощай, Кригер. Ты был хорошим воякой и добрым приятелем. Это безумие могло случиться с каждым. Покойся с миром. Да, очень жаль. Ну, его можно было спасти, как бы, если интересно, я могу в следующей серии заспойлерить это немножко. Главное, напомните мне, я расскажу. Ничего не появилось нового. Вы возвращаетесь к палатке, у которой сидела прорицательница, но никого не находите. Стоит вам начать озираться, как появляется Веген. Старый друг хлопает вас по плечу. Если Чила исчезла, то ее с собаками не найдешь, поверь мне. Приходит и уходит, когда захочет, так что не трать время на ее поиски. Вот тебе мой совет. Понятно. Ну, тогда давайте прокачаемся и покинем локацию. Так, точность, концентрация, дистанция атаки и урон. Так, к ходьбе неплохо, он не особо далеко, к сожалению, уходит. Наконец-то и ты прокачался. Наносит урон всем на линии. Неплохо. Ну, вообще, вот этим стаком мы очень неплохо сыграли. Прям вообще от души. И лечились, и все там.
Так у нас с потерями могло получиться. Ваш отряд уже готов выдвигаться, но никто не может найти Фиска. Через некоторое время вы замечаете, что его ведет к вам Веген, а за ними обоими следует толпа из селян и стражников. Веген крайне зол. Разрази меня гром, Торн. Этого твоего Фиска на воровстве поймали, а когда хватать начали, то он Грена, местного горшочника, копьем проткнул. Я этого душегуба собирался в тюрьму бросить, но вот решил сначала с тобой поговорить. Блин. Я не хочу его отдавать, это веселый пьяница у нас в команде. Ну, давайте попробуем договориться. Веген кивает. Я с родственниками говорил уже об отступных. Так они заявили, что хотят за убийство Грена целую 1000 золотых. Ради тебя уговорил их на 500. Есть у тебя такие деньги? На, держи 500, у меня есть, благо я их не потратил. Веген берет деньги и обещает все устроить, а затем велит людям расходиться. Те нехотя разбредаются по домам. Вы со злобой глядите на Фиска и обещаете позже с ним разобраться. Вот сука. Кстати, у меня деньги появились 4800. Я, может, все-таки куплю себе что-нибудь. Плюс один к атаке. Дорого. Прям достаточно дорого. За всего плюс один к атаке. Наверное, пока не буду покупать, я подожду еще что-нибудь, пока появится в продаже. В холоде спасения, согреваясь у костра во вражеском краю, не проглядишь темноту. Кодекс покоя, клан теней. Ага, вот откуда он движется. Ух, как, совсем с другого конца. У него тоже стриксы есть с собой. Так, Вадонская дорога. Древний путь, ведущий от города Водана через Гелский тоннель к тройному Мингиру. Ой, а чё он так медленно идет? Вы выходите из ворот крепости. Ваш путь лежит в сторону Гелского тоннеля, кратчайшей дороги на юг. В ваших ушах продолжает звучать хромовой гимн, который исполняла Рыжая. Впервые за 30 лет вы вспоминаете слезы своей матери, которые она проливала, когда вас забирали для обучения в храм теней. Почему через несколько лет... Когда вы уже пришли за собственным братом, ничего не дрогнуло у вас в груди? Почему родной дом показался чужим? Почему не тронули слезы матери? Почему ваше сердце трепещет теперь? Ну, давайте вспомним о прошлом. Чтобы избавиться от боли, следует понять ее. Что вас обожгло в Водане? Дети в рядах невольников. Ужас мешался в них с удивлением. Пальцем тыкали в вас, улыбались. Не так ли ваш брат радовался вашему приходу, не зная, что ждет его? Младший брат еще не подозревал, что он уже вам не брат. Перед лицом клана теней вы все воины его. И нет среди вас ни братьев, ни друзей, ни старших, ни младших. Вы камни, из которых строится храм теней. Вы оттолкнули мать и ударили отца, который осмеливался взять вас за руку. От воспоминаний больно в груди, и вы не понимаете, какое чувство вы теперь испытываете. Неужели стыд? Стриксы, кстати, не тратятся, они у него просто с собой зачем-то. Впереди темнеет арка Гелского тоннеля. Возле нее стоит на железном пути железными колесами старая машина, которая сохранилась с древних времен. Самый короткий путь из Фризы на юг через этот тоннель. Вы слышите за спиной шум, так и есть. Часть пленников вслед за вами пошла на юг к тоннелю, который охраняется фризской стражей. К тому же среди них ни одного мужчины, но беглянки успели вооружиться. И это рыжеволосая Рид среди них. Но что они, на что они рассчитывают? На то, что стража пока собирает беглецов в окрестностях Водана? Ну, можно предостеречь их. Отпугивать я их не буду. Вы оборачиваетесь к беглянкам и поднимаете вверх руку, предостерегая их о следовании за вами. Беглянки замирают на месте, но уходить не спешат.
Еще на подходе к тоннелю вас встречает фриский офицер с солдатами, и вы обращаетесь к нему. Мне нужно попасть в Гелию. На ту сторону гор. Заводи машину. Ни мне, ни тебе не нужны лишние смерти. Фрис недоуменно таращит на вас глаза, затем тянет из ножен меч. При всем уважении, иконец, Фриза тоже имеет свою гордость. Ты не пройдешь, пока жив хотя бы один мой воин. Вы решаете, что не должны быть слишком назойливы, предлагая стражникам жизнь. Внезапно вы ощущаете магический жар. У рыжеволосой в руках что-то светится. Неужели боевые магические карты? Оказывается, девушка полна сюрпризов. У входа в тоннель заметно какое-то движение. Как бы Фризы не запустили машину до того, как вы до нее доберетесь. Пора устранить препятствие. Беглянки обнаруживают... обнажают оружие и встают рядом с вами. Что же, это их выбор. Вау. Так, она лучница у нас, пикинерша. Это кто такая? Молотобоец. Неплохо. Мотобоец. А карты у нее, кстати, очень неплохие даже. Так. А что ты, копьеносец, так далеко стоишь? Так. Вот так разделимся. Ну, нормально. Так, меняет местами здоровье и энергию всем врагам и меняет местами здоровье и энергию всем союзникам. Ме. Уменьшает защиту на 15. Никого тут нет с защитой. Уменьшает здоровье на 50 случайному врагу и уменьшает здоровье на 50 случайному союзнику. Так, улучшает случайного союзника, увеличивает атаку на 5. Херня. Уменьшает здоровье на 20 случайного, увеличивает случайному союзнику. Но это неплохо, но пока не к месту. Так, нужно будет подойти, да? Так, увеличивает вашу защиту на 3. Блин, если я подойду, он меня тогда рубить начнет. Ну, я чуть-чуть могу подойти, но не для атаки, потому что он меня так заденет. Ну и то много на самом деле. А, за нее ход нужно закончить. Да вы сука, вы что гоните что ли? Отсюда стрелять. Ну, можно попробовать. Надо было в защиту вкатиться, блин, а. Наносит 30 единиц урона. Я уже забыл, какие у него атаки, если честно. Внезапно.
Так, увеличивает вашу защиту. Ну, наверное. Ну и в паузу упаду тогда. Ой, в паузу. Пропуск входа. Что-то тянется? Серьезно? Нет. Ну да, дотягивается, но я защитился, благо. Блин, вот эти сейчас пойдут скоро. Так, это тоже на меня пойдет, наверное, да? А вот херки. Еще и контратака сработала. Так, увеличивает вашу энергию, увеличивает вашу защиту. В защиту вкачусь. Правда, здоровье пришлось потратить. Странная плюшка. 3 единицы здоровья за 2 единицы защиты. Ну ладно. О, как вы хорошо тут все меня окружили, а. До этого единственное, не дотянусь. И двоих вот этих запросто снесу. Дойдет, зараза, не дошел. Ух, ё! Вот сука. Одно ранение есть, ладно. Блин, вообще бы переиграть по-хорошему. Ну давай, удиви меня. Так, пока не удивил, ладно. Атака повышается после смерти товарищей. Ух, бля. Охренеть, он лупит. Это жесть. Но может, это у него какая-то спецспособность была разовая. Но мы сейчас можем проиграть, конечно. Они все слабые у нас достаточно. Но вот сейчас он мне минус делает по пикинеру. Ну давайте, хотя не, надо было ему выносливость сушить, вот хер с ним. Что-то мне совсем не нравится, как мы здесь сыграли. Ну, команд, у меня почти все сейчас с ранами выйдут. Это вот все поганые арбалетчики, которые хер знает, сколько урон наносят. Попортили мне все дело. Как не дойти мне до этого арбалетчика, он мне еще один минус сделает сейчас по кому-нибудь. Ну
Ну да, он мне сейчас двоих минуснет, скорее всего, сразу. Нет, однако, он эту способность не стал применять. А, ты одна не сходила, да? Бы их вылечить потом еще всех. После боя вы бросаете взгляд на машину, но беспокоиться не о чем. Увидев, чем закончился бой, прислуга спряталась в хижине, прилепившейся к склону горы. Какой-то фриский вельможа выглянул на мгновение из креты и снова спрятался. Беглянки, хоть и оказали вам помощь в бою, не пытаются заговорить и ждут ваших слов или действий. Вы молча идете ко входу в тоннель, а девушки следуют за вами. Так ничего, у нас сейчас целый гарем за нами ходит. Так, домик мастеров. Давайте сначала с... Две беглянки толкутся за машиной. Странное слово, ладно. Надо бы подойти и узнать, что они задумали. Французский вельможа прячется за хлипкой дверцей, будто она может его защитить. Высокая темнокожая девица оборачивается к вам. Я считаю, что фризов нужно перебить до единого. Никого нельзя оставлять в живых. А этой машиной сами как-нибудь разберемся. Надо просто сдвинуть один из рычагов. Вторая девица, явно знающая себе цену, красотка, подмигивает вам. Я знаю, как машина, но у всякого мужика есть рычаг, которым... не знаю, как машина, но у всякого мужика есть рычаг, которым его можно куда угодно сдвинуть. У тебя есть такой рычаг, эйконец? Вы натягиваете на лицо улыбку. Эйконцы устроены так же. Но вскоре мир вокруг эйконца сдвинется, чем... Но скорее мир вокруг эйконца сдвинется, чем он сам. Ты можешь надорваться. Но берись за то, что... не берись за то, что тебе не по силам. Ответить Кенди? Это вот которая красавица, что ли? Ну-ка. Вам кажется, что темнокожая девица явно прежде была воином. Неуч может сломать меч, которому нет цены. Или поранить сам себя. Думай, прежде чем подойти к краю пропасти. Порыв ветра может сбросить тебя в бездну. Кенди растерянно ерошит волосы и произносит. Прежде чем отойти прочь, ничего не поняла. Ничего не поняла, но сломать такие рычаги на всякий случай не очень сможет. Да и пропасти нигде нет. Ладно, она все однозначно очень поняла. Шанет тянет губы в язвительной улыбке. А я думала, иконец, что такие, как ты, молчаливые. Если что, имей в виду, тот, кто много болтает, мало может, уж поверь мне. Шанет отворачивается от вас и лезет на машину, так что вы решаете ее предупредить. Если ты все-таки сломаешь эту машину, я тебя убью. Девица замечает вас. Ничего сложного, я в детстве с отцом в Гордине ходила на пароме с паровой машиной. Вот сюда бросаются дрова, сюда заливается вода. Да, она на всех парах, вот только рычаги почему-то не сдвигаются. Проклятие, вроде и сил предостаточно. Ответить девица. Девица явно ждет от вас или похвалы, или чего-то большего, но получает лишь холодные слова. Если ты не поможешь мне, то не получишь ни славы, ни награды. Но не становись помехой на моем пути. Шанет поворачивается, ловит ваш взгляд и вдруг бледнеет. А затем послушно слезает с машины. Кажется, она вовсе не глупа. Так, теперь вельможа. Вы открываете дверцу кареты и одной рукой вытаскиваете оттуда фриза. Вряд ли он поможет вам управиться с машиной, но разузнать у него кое-что можно. Главное, чтобы беглянки не помешали.
Так, для кого приготовлена машина? Фриз с трудом справляется с испугом. Для твоего господина, Эйконец, ты ведь служишь Пелка Сатуре в Водане? Или уже не служишь? Тебе не уйти от возмездия. Вы вынимаете из ножен меч и касаетесь острием клинка подбородка вельможи. Отвечай на мои вопросы, но не говори лишнего. Фриз брызгает на вас слюной. Ты думаешь, что Фризы не знают, что такое честь? Это клан теней забыл, что такое честь. Рассечь вельможи кожу на груди. Ну, не знаю. Ну, давайте кожу ему рассечем. Хоть зашьют его потом. Мгновенного взмаха меча хватает, чтобы из раны на груди Фриза хлынула кровь. Скуля от боли и зажимая рассеченную плоть, он падает на колени. Вы вновь касаетесь острием клинка подбородка вельможи. Что меня ждет в тоннеле за ним? К вам подходит Рит и говорит чуть слышно. Никто не заслуживает пыток. Если хочешь что-нибудь... Если хочешь кого-нибудь убить, убей. Причинять боль ради боли не принято у людей. Ну, допустим, прислушаемся к ней. Вы смотрите на рыжеволосую. Она только что была на волосок от смерти и уже жалеет Фриза, который ее не пожалел бы никогда. Вы бы не стали ее слушать, если бы не ее голос, который все еще звучит в ваших ушах. Вся Фриза на этом стоит. Боль ради боли. Так принято у Фризов. Рид стискивает зубы. Я из кимров. Кимры убивают, но не пытают. А во Фризе властвует храм и его порядки. Это не порядки людей. Ну... А почему нет вариант попытаться с ним еще раз пообщаться? С одной стороны, я мог бы что-нибудь узнать. Ну ладно, добьем его тогда. Вы снова взмахиваете мечом, и Фриз, зажимая перебитое горло, падает на землю и бьется в судорогах. Рид смахивает со лба пот и бормочет в полголоса. Если люди ведут себя хуже зверей, значит они перестают быть людьми. Спрашивать надо у тех, кто готов ответить. Надеюсь, я заслужила смерть без мучений. Вы протираете меч и убираете его в ножны. Рид смотрит на вас так, словно готовится к смерти. Тем более, что она ее заслужила. Вы же думаете о том, что мало кто мог бы осмеливаться противостоять воину покоя. Вы подходите к дому, где укрылась обслуга машины. После вашего стука четверо фризов выходят наружу. Бежать им некуда. Судя по их лицам, они видели, чем закончился ваш разговор с вельможей. Вы оглядываете мастеров машины и спрашиваете у одного из них. Один из вас может остаться в живых, но ему нужно завести машину и доставить меня на ту сторону тоннеля. Фриз мнется. Тяжкая кара пойдет на всякого, кто согласится помочь тебе. Он будет мечтать о смерти. Приставить меч к горлу Фриза. Опять пытать? Вы обнажаете меч и представляете его к горлу Фриза, после чего повторяете вопрос. Фриз начинает заикаться, и не дождавшись его ответа, вы перерезаете ему горло. Вы направляете меч на оставшихся мастеров. Чернобородый Фриз судорожно сглатывает и медленно поднимает руку. Я могу завести машину и доставить тебя на ту сторону тоннеля. Только пробиться тебе будет нелегко. Да и мне потом жизни не будет. Мое имя Дум. Двумя взмахами меча вы избавляете еще двух фризов. Вы избавляетесь еще от двух фризов и говорите подлинному мастеру. Готовь машину к отправке, Дум. И не пытайся обмануть меня, от клана теней не скроешься. Но ты выбрал жизнь. Так, Рид возится в доме мастеров, собирает припасы. Если так, то это правильное решение. Вы видите, что рыжеволосая, что произвела на вас впечатление, исполнением хромового гимна почти трясется от ярости и явно хочет поговорить с вами. Вряд ли она скажет что-то новое, но, возможно, вам придется использовать ее и ее спутниц, чтобы пробиться через тоннель. Рид смотрит вам прямо в глаза. А что бы ты сделал, если бы я прикончила несчастного? Того, кого ты пытал у машины, убил бы меня? Ведь я встала бы у тебя на пути. Рид зло смотрит на вас. Признаюсь, кимры, из которых я вышла, не странствующие лекари и доброхоты. Но я готова повторять с утра до ночи. Боль нельзя причинять ради боли. Ну, давайте ответим ей. Что-то заставляет вас заговорить с девицей. Я убью тебя, если ты встанешь у меня на пути. Я не причиняю боль ради боли. Не мешай мне, и мы разойдемся с миром.
Рид разводит руками. Зачем выбирать худшее, склоняясь ко злу? Ты сам становишься злом. Можно отрезать грязным ножом хлеб, но нельзя его есть. Вы произносите, прежде чем отойти от девицы. Можно есть хлеб, отрезанный грязным ножом. Можно есть даже плоть врага, если ты жив. Так, в карете какой-то подозрительный шум. Ну, давайте проверим. Вы тихо подходите к карете и через окно видите внутри двух беглянок. Одна из них вытирает мокрое от слез лицо. Вторая пытается ее утешить. Кажется, они говорят о вас. Стоит прислушаться. Вряд ли вам удастся от них избавиться до конца тоннеля. Бола обнимает вторую беглянку за плечи. Успокойся, Сварти. Самое страшное позади. Нас не распяли, не запытали, не погнали неизвестно куда. Все позади. Сварти ежится. А что впереди? Ты видела этого иконца? Он даже страшнее инквизиторов. Он порезал Фриза, как свинью. Остановиться и посмотреть на беглянок. Сварти вскрикивает в ужасе. Он смотрит на нас, святые боги. А если он слышит то, о чем мы говорим? Бола утешает девушку. Не кричи, он не услышит. До него слишком далеко. А смотрит он на всех. Он настоящий воин. Рид говорит, что если мы сумеем к нему прибиться, он выведет нас из Фризы. Рид говорит, что он сразил жнеца. Сварти сокрушается. Не видела я никакого жнеца, я в обморок упала. И куда иконец нас выведет? В Гелию, где нас тут же продадут в рабство? Или в голодную степь, где сама знаешь, от чего мы сдохнем? Бола смеется. Терминум не заканчивается Гелией или голодной степью. Чуть дальше будет место с красивым названием Долина Милости, а еще дальше Беркана. Там никому не будет до нас дела. Главное, чтобы он не захотел от нас избавиться. Вы задумываетесь. Кажется, эти беглянки рассчитывают на ваше покровительство. Они бредят наяву. Вам не нужна ни обуза, ни помощники. Кончится тоннель, и ваши дороги разойдутся. Ну, окей, ладно. Вы забираетесь в карету и занимаете место, с которого видно все происходящее. Как вы и ожидали, девицы последовали за вами. Кажется, они успели разжиться кое-какими припасами. Почти все морщатся от гула машины. Появляется дум с масляными лампами и почти кричит. В тоннеле темно, так что без ламп никуда. На полпути будет дозорная остановка, там придется договариваться. Рид, не сводя с вас взгляда, бормочет себе под нос то, что вы угадываете по губам. Договоримся. Вы молча машете думу, приказывая отправляться. Сказано и так уже слишком много, но рано или поздно вам придется договориться с девицами. До выхода из тоннеля вы уж точно с ними не расстанетесь. Так, что у нас там по времени? Меня сохранили? Да, меня сохранили, так что я предлагаю на этом закончить и продолжить уже в следующей серии. Так что я благодарю всех за просмотр, всем до встречи и пока.